как изменить уровень посыла эффектов для ударных инструментов в наборе кита. В выбранном наборе кита ударных инструментов каждый инструмент ударный, который расположен на клавиатуре, имеет свой собственный уровень посыла эффектов, того ли хоруса, либо реверберации. Данная ручка, которая у нас используется здесь в редакторе, это общая регулировка посыла всех ударных инструментов, которые расположены в ките на клавиатуре. При условии, там, если у нас, например, большой барабан, может быть и 0 уровень посыла, например, реверберации, другая бочка у нас, например, будет 5%, ну, условно скажем, 5 единиц, малый может быть и 70, к примеру. Но вот когда мы поднимаем ручку посыла реверберации на канале, где мы выбираем барабанный кит, то это тема использования инсерт-эффектов в барабанных китах. В барабанных китах мы можем установить не только эффекты посылов, но также и инсерт-эффекты. То есть, если сказать другим языком, мы можем какой-то, например, барабан, например, малый барабан, его чистый звук запустить в инсерт-эффект, то есть обработать либо там реверберацией, либо там фленджером, либо компрессором, эквалайзером, прочими эффектами, которые есть у нас в пресетах, и дальше его пустить на, например, на тот же посыл, хорус и ревера, то есть дополнительные еще другие общие обработки. Ну, давайте рассмотрим, как это у нас работает. Для примера возьмем мы обыкновенные стандартные стерео GM Kit. Выберем какой-то ударный инструмент из этого кита, например, малый барабан. И попробуем на него назначить, помимо вот этих вот посыльных эффектов, вот мы видим, реверберация, либо, например, вот хорус. Вот, мы добавим индивидуально, например, на малый барабан собственный какой-то эффект. Для этого мы заходим в раздел «Эффекты». И нас будет интересовать тема замена сэмпла ударного инструмента в наборе кита. Ну, то есть, по-другому сказать так, что вы, например, выбрали какой-то кит-набор, и в нем все вас устраивает, кроме, например, малого барабана. То есть тембр малого барабана вас не устраивает. Но наш инструмент позволяет заменить этот барабан на другой, который вам понравится, и потом сохранить его под своим именем в юзербанке для барабанов. Давайте посмотрим, как это делается. Значит, для этого мы опять же заходим в voice режим и выбираем, ну, какой-нибудь кит, с которого хотите делать. Ну, начнем, допустим, я вот для простоты я хочу, вот выбираю стерео GM кит барабанный набор. И вот, например, мне малый барабан вот этот не нравится, хочу я его другой. То есть бочка хороша, это хорошо, тарелки тоже, а вот малый такой, слишком он живой, хочу я какой-нибудь другой его сделать. Но для того, чтобы поменять нам малый барабан, ну, во-первых, должны обязательно, чтобы красным выделялся та клавиша, где расположен малый барабан, и никуда не должно переключаться. После этого мы заходим с вами в осциллятор. В осцилляторе как раз есть